Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы перейти с вами от вопросов неорганической химии к органической химии, а именно заданием, связанным с классификацией органических веществ и номенклатурой данных веществ. Это задание номер 11 и 12 из ЕГЭ по химии. Но перед тем, как перейти к данной теме, я хотел бы проверить домашнее задание по предыдущей теме, а именно окислительно-восстановительной реакции. На дом вам давалось следующее э, задание. Вам давался некоторый список веществ, из которых нужно было составить э, окислительно и восстановительную реакцию. И также составить для них баланс. Э, если следовать по тому шаблону, который мы вывели на прошлом занятии, мы начнем с того, что запишем все вещества. Перманганат калия, гидрокарбонат калия гидроксид калия, сульфид натрия и сульфат бария. Далее нам нужно вычеркнуть те из них, которые, скорее всего, не будут участвовать в окислительно-восстановительных реакциях. Скорее всего, это будет сульфат бария и гидрокарбонат калия, а также гидроксид калия. То есть вот эти вещества они не будут участвовать в окислительно-восстановительных реакциях. Другой принцип, по которому мы можем избавиться от веществ, это посмотреть на следующее за этим заданием. Как правило, вещества, которые участвуют в реакциях ионного обмена, не участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. То есть гидрокарбонат и карбонат калия участвуют в реакциях ионного обмена. Значит, скорее всего, они не будут участвовать в окислительно-восстановительных реакциях. Но на самом деле здесь скрывается один подвох. Дело в том, что в некоторых заданиях нам указывают, что мы используем те вещества, которые не участвуют в следующем задании, то есть в 31-м. А в части заданий этой конкретизации нет. То есть мы можем использовать любые вещества, в том числе, которые участвуют в следующем задании. Например, гидроксид калия, он может, его можно применить как в этом задании, так и в следующем. Кем же он будет участвовать в данном э, задании тогда? Сульфид натрия, очевидно, может быть как восстановителем, так и окислителем, так как у серы здесь промежуточная степень окисления. А перманганат калия классически всегда является окислителем. Значит, роль для сульфита определена, он будет восстановителем. А гидроксид калия, в свою очередь, может выступать в роли среды, то есть он не меняет своей степени окисления в ходе окислительно-окислительной реакции, но тем не менее он будет влиять на продукты, которые могут образовываться в ходе этой реакции. И исходя из этой логики верными вариантами решения данного задания можно предположить следующие реакции. То есть это взаимодействие сульфита натрия с перманганатом калия в водной среде либо взаимодействие сульфита натрия с перманганатом калия в щелочной среде. При этом у нас будут отличаться образуемые продукты. В случае водной среды следует ожидать образования оксида марганца, а в случае щелочной среды следует ожидать образования манганата калия. При этом изменение степени окисления сульфита будет в обоих случаях одинаковый. Он будет превращаться в сульфат. Еще раз. В данном случае оба варианта решения будут правильными, если у вас нет уточнения по вопросу того, какие следует использовать реагенты. Надеюсь, вы правильно решили это задание, и тогда мы переходим к нашей непосредственной теме, а именно органические вещества. Что же такое органические вещества и где мы их можем встретить? На самом деле, такие вещества мы встречаем с вами повсеместно. Например, резина шин, пластик, различные ложки, стаканчики, трубочки, газ, который льется из газовой комфорки, пропан, который заправляет автомобили, свечи, которые создают романтическую атмосферу, сахар, даже мы с вами состоим из органических веществ. Что же тогда можно назвать органикой? Потому что все эти вещества, они разительно отличаются друг от друга. Это и твердые вещества, и жидкие, и газообразные. Есть ли какая-то логика и, скажем, общая между ними? Прежде всего, одно из общих свойств всей органики – это то, что она может гореть. Сахар может гореть, пластик может гореть. Шины тоже могут гореть, но это не очень приятно. То есть получается вся органика у нас горит. Что входит в состав органики? А такое интересное вещество как углерод. И если говорить по-простому, то мы можем поставить знак равенства между понятием органическая химия и химия углерода. Ну, действительно, долгое время считалось, что органическая химия это именно та наука, которая изучает все, что связано с углеродом. На самом деле сейчас есть более точное определение, которое отражает всю полноту данного термина. Но мы условно с вами считаем, что хими... э, органическая химия это химия углерода. Интересный факт то, что на 2018 год уже было известно порядка 140 миллионов органических веществ. То есть представляете, на данный год я думаю прибавилось несколько миллионов как минимум веществ. Каждый год люди открывают, синтезируют новые вещества. Как это все на основе углерода, что ли, получается? Здесь на самом деле не совсем верно. Дело в том, что помимо углерода в органических веществах существуют так называемые органогенные элементы. Это следующие элементы. Фосфор, сера, кислород, азот и водород. Ну, также, само собой, углерод. То есть все эти элементы, они в том или ином виде встречаются в органических веществах. В каких-то органических веществах встречаются только углерод и водород. В каких-то может встречаться все элементы сразу, например, в белках в каких-то углерод, водород и азот. То есть здесь вариаций на самом деле много. Но перед тем, как передаваться, так сказать, к вопросам о строении веществ, их названиях, хотелось бы затронуть некоторые аспекты истории органической химии. То есть что это за наука, откуда она вообще произошла? Это займет у нас буквально несколько минут. Вообще говоря, органическая химия, органические вещества были известны человечеству достаточно давно. Например, в некоторых остатках от древнеегипетской цивилизации были обнаружены следы использования такого красителя, как индигокармин. То есть он дает такой красивый синий цвет, как вы видите на картинке. Данный краситель является органическим веществом. То есть древние египтяне уже знали, как можно, а, выделять органические вещества, и, б, как их можно применять. Что говорит о том, что э, данные цивилизации уже были достаточно развиты. В Древней э, Греции, а также в Древнем Риме тоже знали, как использовать органические вещества, различные яды. А также э, пример применения знаний об органике – это э, виноделие. То есть люди прекрасно представляли, что такое процесс брожения, как он протекает, как его ускорить или замедлить для получения того или иного вещества. Так, например, в Древней Греции уже могли получать уксус, используя брожение. Какие еще, можно сказать, факты об истории органической химии? Ну, на самом деле, за годы, например, Средневековья, как их еще называют, темные времена, Органическая химия не особо продвинулась. Это было связано с тем, что бытовало мнение, что органические вещества, то есть вещества, которые в первую очередь были найдены из животных, невозможно синтезировать или как-то получить человеку. То есть они были получены с применением божественной силы, и человек никак управлять ей не может. Естественно, такая гипотеза э, бытовала примерно до XIX века, потому что ее не могли никак опровергнуть. И в XIX веке э, ряд ученых, так сказать, э, заложили фундамент под органическую химию в том виде, в котором мы ее сейчас с вами знаем. В частности, Фридрих Влёйлер в 1828 году получил один из первых человек, он получил органическое вещество из неорганических веществ. То есть тем самым он опроверг гипотезу о том, что для получения органических веществ нужна какая-то божественная сила. Этим веществом была мочевина. Другим Видным ученым и нашим соотечественником, который внес свою лепту в развитие органической химии, является Александр Михайлович Бутлеров. В 1861 году он изложил свою теорию о строении органических веществ. Естественно, она впоследствии дополнялась, всячески видоизменялась, но тем не менее, именно эту теорию считает основой э, современной органической химии. В более-менее удобно читаемом варианте данные термины, его гипотезы мы можем увидеть на следующем слайде. То есть им предполагалось, что э, все атомы соединяются в соответствии с их валентностью, то есть порядок соединения атомов это химическое строение, и химические свойства вещества зависят в первую очередь от э, не только количественного, но и качественного состава, то есть как мы соединим атомы между собой. И явление такого, что у нас имеется одинаковый количественный, но разный качественный состав, Бутлеров предложил назвать измерией. И, собственно, некоторые из этих положений мы сейчас с вами поподробнее рассмотрим на конкретных примерах. Потому что одно дело прочитать, другое дело перейти к практике. Простейшим органическим веществом считается метан. То есть это соединение, которое состоит из углерода, и четырех водородов. При этом у углерода здесь валентность равна четырем, то есть он может максимум связаться с четырьмя углеродами. Здесь невозможно по-другому как-то соединить атомы, то есть... Если мы попробуем от водорода к водороду передать связь, такая молекула существовать не может, потому что валентность водорода равна единице. Пример соединения, которое не может существовать, ну вот, например, посмотрим здесь. Как раз-таки здесь через водород пытается поставить две связи. С учетом того, что у водорода возможно только одна валентность, такое соединение существовать не может. То есть решительно мы его зачеркиваем. А вот такое соединение существовать может. То есть мы видим, что здесь углерод реализует все четыре валентности. Раз, два, три, четыре. Три из них он тратит для того, чтобы соединиться с водородом, а одну, чтобы соединиться с другим углеродом. И аналогично второй углерод построен. Данное соединение это более сложное соединение, чем метан. Видим, оно отличается тем, что в нем уже э, два атома углерода. Называется этан. Далее мы можем посмотреть пример того, что Бутлеров назвал изомерией. Если мы запишем какую-то формулу, ну, например, C2H6O, данной формуле может соответствовать несколько соединений. С одной стороны, данной формуле может соответствовать такое вещество, как диметиловый эфир. В нем углероды соединяются через атом кислорода. Посмотрите внимательно, в данном соединении Валентность всех элементов соблюдена. Это вещество имеет э, достаточно острый э, запах, легколетучие. А справа мы видим пример соединения, когда у нас э, углероды связываются между собой непосредственно, и кислород связан лишь с одним атомом углерода. Это пример соединения, которое относится к классу спиртов и называется этиловым спиртом. Это тоже относительно легколетучее соединение, но тем не менее настолько летучее, как, например, эфир. Диметиловый эфир еще раз относится к классу простых эфиров. Это у нас называется явление как межклассовое изомерие. Получается, что спирты и простые эфиры являются изомерами друг к другу. Посмотрим еще один пример. Если мы возьмем попроще формулу, ну, например, С4. H10. В этом случае 4 углерода и 10 водородов можно соединить несколькими способами. Один из них — это соединить все 4 углерода в одну линию. Такое вещество мы назовем бутан. А другой способ — это соединить 3 углерода в одну линию, а один — как бы ответлить от общей цепи. Данное соединение можно назвать изобутан. Да, это тоже является изомерией. Но в данном случае мы наблюдаем изомерию углеродного скелета. Он вместо того, чтобы быть прямым, становится разветвленным. Посмотрите внимательно на соединение метан, этан и бутан. Они являются достаточно похожими по своей структуре. В них содержится только углерод и водород, при этом, если посмотреть внимательно, у первого вещества формула CH4, у второго c 2 h 6 у этого вещества C4H10. А если мы еще дополним картину таким веществом, как пропан, который имеет формулу C3H8, мы можем увидеть некоторую закономерность. Эти вещества отличаются на одну группировку. То есть здесь CH2 фрагмент, так называемый. Здесь он виден в более явном виде. Вот CH2 фрагмент в пропане. И в бутане происходит наращивание еще одного CH2 фрагмента. Эти вещества имеют сходные химические свойства, и данное явление называется гомологией то есть явление существования веществ со сходными химическими свойствами, которые отличаются друг от друга на одну гомологическую разницу. В данном случае гомологической разницей мы можем назвать фрагмент CH2. Вот мы с вами повторили такое явление, как гомология и измерие. Давайте двигаться дальше. Если мы хотим с вами использовать правильное название веществ, мы обращаемся к правилам названия. А именно по-другому название веществ называется номенклатурой. То есть это какая-то система правил, по которым мы составляем название. Номенклатура у нас для органических веществ несколько есть. Это тривиальная номенклатура, систематическая и рациональная. В тривиальной номенклатуре лежат в качестве основы классические названия, которые давали веществам по мере их открытия. Например, для данного вещества, согласно тривиальной номенклатуре, есть такое название, как уксусная кислота. Оно никаким образом не отражает строение вещества. Оно издревле, так сказать, закрепилось за данным веществом и его часто используют. В лексиконе и химики прекрасно понимают, что имеется в виду. А в свою очередь систематическая номенклатура в ее основе лежит э, именно общепринятое название, которое будет понятно химикам из любой страны. Если мы назовем вещество это этановой кислотой, то любой химик из любой страны наш поймет, что мы имеем в виду. Почему не используют тривиальную номенклатуру? То есть она, в принципе, достаточно удобная. У веществ, у многих, мы знаем, есть классические названия. Уксусная кислота, например, ацетон и ряд других. Здесь есть одна загвоздка. Дело в том, что у нас порядка 141 миллиона веществ. И, соответственно, все их назвать как-то, тривиально их название запомнить, будет сложно. Здесь нам поможет э, наша систематическая э, номенклатура. В основе нее лежит э, марки... следующая система. В зависимости от количества атомов углерода в цепи мы называем вещества по-разному. То есть видим, если у нас один атом углерода в цепи, мы используем корень мет. Например, вещество такое, как метан, видим, метан если два атома, используем корень «эт», то есть «этан» — следующее вещество, и так далее. Например, если у нас был бы какое-то соединение, которое состоит из восьми атомов углерода, схожее с этими, мы бы его тогда назвали «октан». Обратите внимание, что у всех этих веществ корень различается, а окончание Одинаковое, то есть ан, о чем-то может нам говорить. А вот о чем. Дело в том, что в зависимости от окончания, либо как его правильно назвать, суффикс, мы можем говорить о наличии кратных связей. Или как еще их называют, двойная или тройная связь. Если у нас после корня идет суффикс «-ан», это значит о том, что мы имеем дело с алканами. То есть это класс веществ, в которых нет двойных или тройных связей, есть только одинарные связи. Если мы видим суффикс ⁇ ен ⁇ после корня, значит мы имеем дело с таким классом веществ, как алкины. И если мы видим суффикс ⁇ ин ⁇ значит мы имеем дело с алкинами. Обратите внимание, что во всех этих трех атомах веществ во всех этих трех молекулах, вернее, различное количество атомов водорода, но одинаковое количество атомов углерода. Дальше. Если мы посмотрим, помимо суффиксов можно использовать также приставки. Это может быть полезно, если мы переходим к более сложным веществам и более сложным названиям. Например, для названия такого вещества уже нам не хватит суффиксов -ан, -ен или -ин. Мы используем суффикс -ол, который нам говорит о том, что в веществе существует такая функциональная группа как ОН, OH. и данный класс соединений называется спиртом. Если посмотрим, мы видим два атома углерода и, соответственно, используем корень этан и суффикс -ол. В этом случае также мы видим два атома углерода, значит корень этан, но вместо суффикса мы будем использовать приставку нитро-этан. Все просто. А в случае аминосоединений мы можем использовать приставку амино, то есть, например, назвать это соединение аминоэтан, либо использовать суффикс амин. В этом случае данное соединение можно назвать как этиламин что будет тоже правильно. То есть, помимо суффиксов, можно также использовать приставки, которые могут указывать на наличие разнообразных функциональных групп в молекуле. Здесь представлены только некоторые функциональные группы, на самом деле их больше. И все они могут быть найдены в справочных материалах. Также часто встает вопрос об использовании так называемых радикалов. То есть радикал ⁇ это, грубо говоря, у вас был алкан, от него отняли один водород. То есть представим такой алкан CH4, он имел название, напомню, метан. В этом случае, когда мы отняли водород, метан превратился тут же в метил. Этот радикал может встречаться в различных молекулах. То есть радикал это какая-то частица, которая входит в состав более сложный. Сами по себе в отдельном виде радикалы не существуют. Они очень быстро вступают в химические реакции и при этом переходят в более стабильные соединения. Название хотя бы этих четырех стандартных радикалов следует запомнить, потому что они часто встречаются в едином государственном экзамене. Давайте с вами немножко попрактикуемся. Перед вами представлены формулы 5 различных веществ. То есть мы видим, что это спирты, нитросоединения, какой-то алкан и аминосоединения. Попробуйте назвать их, после чего мы проверим. Что ж, надеюсь, вы правильно назвали данные вещества. Давайте посмотрим, как следовало бы их назвать. Первое вещество, которое содержит в своем составе три атома углерода и содержит только одинарные связи, следует назвать пропан. То есть мы используем корень проп и суффикс ан. Нижнее вещество, похожее на то, что было в примере, это нитросоединение. Мы видим только один атом углерода, значит мы используем корень метан. А, соответственно, так как здесь имеется нитрогруппа, мы используем приставку нитро. Данное соединение назовем нитрометан. Данное соединение. В этом случае мы с вами можем назвать его аминобутил. Почему бутил? Если мы посмотрим на предыдущей таблице, там использовался такой радикал, как бутил, который состоит из четырех атомов углерода. Собственно, тоже можно назвать это вещество по-другому «бутан-амин». Ну, это уже, как говорится, оба названия будут правильным. А в этом случае, помимо букв, приставок и различных суффиксов, мы также начинаем использовать цифры. Зачем нам нужны здесь цифры? Дело в том, что в случае пропана мы можем присоединить OH-группу двумя возможными способами либо к крайнему атому углерода. В таком случае мы называем вещество пропанол-1. То есть при первом атоме углерода, который встретился, мы добавили гидроксильную группу. Либо мы можем данную гидроксильную группу присоединить у второго атома углерода. Тогда это будет пропанол-2. Вот достаточно так просто можно назвать органические вещества. Но я напомню вам, что веществ у нас целых 141 миллион. И, возможно, у вас станет такой вопрос, а как, можно ли как-то классифицировать? Если вспомнить, когда мы говорили об неорганических веществах, там можно было просто сказать, есть основания, есть кислоты, есть оксиды. В этом случае можно ли как-то классифицировать все это население царства органических веществ? На самом деле единый... Классификации как таковой не существует, потому что э, можно классифицировать различными способами. Например, мы можем классифицировать по строению цепи. Вещества могут быть линейными, вспомните бутан, могут быть э, с изогнутой цепью, разветвленной, например, изобутан. Мы можем классифицировать по наличию кратных связей, то есть вещества, у которых есть э, кратные связи, у которых нету. А если есть кратные связи, можно уточнить их количество. Одна кратная связь, две, несколько, много кратных связей. По функциональным группам можно классифицировать вещества. То есть если у вас есть в веществе в принципе функциональные группы, или может быть их нету, какие конкретно функциональные группы. Причем в некоторых сложных веществах встречается по несколько функциональных групп. По гетероатомам. Под гетероатомами понимают атомы, отличные от углерода и водорода, например, азот, кислород и так далее. В некоторых органических соединениях они встречаются, а в других соединениях, например, в волканах, волкенах, волкинах, мы гетероатомы не наблюдаем. Также можно классифицировать органические вещества по происхождению. Например, вещества, которые были синтезированы человеком, либо вещества, которые были извлечены из натуральных источников. А еще можно и классифицировать по наличию, по наличию неорганогенных элементов. Под неорганогенными элементами подразумеваются различные атомы металлов и так далее. Так далее. Например, есть соединение, которое содержит в своем составе магний, цинк. И они тоже относятся к органическим веществам. Естественно, все, всю полноту классификации мы с вами изучить даже за всю жизнь, наверное, не сможем. Остановимся на самых ключевых, самых важных для понимания органики. В первую очередь это классификация в зависимости от строения цепи. По строению цепи вещества можно классифицировать на алициклические и циклические. То есть алициклические это соединения, которые не содержат в своем строении циклов. Это, например, алканы, которые мы с вами смотрели, алкены, алкины. То есть все эти примеры, которые мы видели до того. При этом алициклические соединения делятся на предельные и непредельные. Предельные это алканы, в которых нет двойных связей, напомню вам. С другой стороны, у нас есть циклические соединения, то есть, очевидно, в них содержатся какие-то циклы. Есть при этом карбоциклические соединения, в них содержатся только атомы углерода и водорода. А есть гетероциклические соединения, где помимо атомов углерода и водорода содержатся другие атомы, уже вышеперечисленные азот, кислород, фосфор и другие атомы. Другая классификация по функциональным группам. Если в веществе нету функциональных групп, мы его условно можем отнести к классу углеводороды. Если есть э, атомы галогенов, мы относим э, данное вещество к классу галогенводороды. OH группа это спирты, NH2 группа это амины, нитросоединения, либо альдегиды, либо кетоны, кислоты и сложные эфиры. Опять-таки, здесь не все группы приведены, а только основные, которые чаще всего встречаются. Отдельный интерес среди представленных соединений вызывают именно углеводороды. Давайте остановимся на классификации, которая присуща им. Углеводороды можно поделить на следующие классы. Это алканы, алкены, алкины, диены, арены, и циклоалканы. Данные соединения отличается как по строению, так и по своим химическим и физическим свойствам. Приведем некоторые примеры для данных классов. Посмотрите, алкан, я здесь привожу в качестве примера, пропан, он не содержит двойных связей, обратите внимание. Алкен, пропен, содержит одну двойную связь. Алкин пропин содержит одну тройную связь. В качестве примера диена я привожу бутадиен 1,3. Данное соединение содержит две двойные связи. Видите их. Почему бутадиен 1,3? Давайте с вами посчитаем. 1, 2, 3. При каких атомах углерода впервые встречается двойная связь? при этом атоме, то есть при первом, и при третьем атоме, то есть при данных атомах, впервые встречается двойная связь. Классическим примером арена является бензол, то есть данное соединение. И в качестве примера циклоалкана можно провести циклобутан. Данное соединение тоже представлены на слайде. Часто их рисуют просто в виде э, геометрических фигур, опуская CH2 фрагменты. Такая запись тоже допускается. Какая общая формула для данных соединений? То есть можно ли как-то их э, в общем виде записать? Э, конечно, можно. В случае алканов общая формула это CNH2N плюс 2. В случае алкенов э, H2N просто. В случае алкинов 2n-2. В случае диенов также 2n-2. В случае аренов 2n-6. И в случае циклоалканов просто 2n. Обратите внимание, что у алкенов и у циклоалканов схожие общие формулы. О чем это может говорить? Конечно, о том, что данные соединения будут являться изомерами друг для друга. Аналогичная ситуация для алкинов и для диенов. Их общая формула является схожими. Соответственно, данное соединение является изомерами для, друг для друга. А теперь давайте попробуем потренироваться и опробируем данное знание на практике. Нам предлагается в данном задании соотнести общую формулу вещества и соответствующий пример. То есть нам нужно определить, какой это класс вещества и какая общая формула у него. Давайте дадим вам некоторое время подумать. А теперь давайте проверим, что у нас получилось. Первое вещество — бутен-1. Если мы обратим внимание на имеющийся суффикс, здесь имеется суффикс «ен». О чем это говорит? То, что данное соединение можно отнести к классу алкенов. А общая формула алкенов, как мы уже видели, CnH2n. Следующее соединение — циклопропан. Фраза цикла должна нам говорить о том, что данное соединение относится к циклоалканам. То есть это соединение, которое является изомерным для алкенов, то есть имеет такую же общую формулу CnH2n. И третье соединение, будто диен 1,3, мы рассмотрели его на примере. Данное соединение относится к классу диенов, то есть имеет общую формулу CnH2n-2. Давайте другой посмотрим пример. Нам нужно среди предложенного перечня веществ выбрать те, которые являются изомерами бутена-1. Изомеры, я напомню вам, это вещества, которые имеют схожий количественный состав, то есть количество атомов, но разный качественный состав, то есть строение. Для этого будет удобно, во-первых, изобразить формулу бутена-1 и соответствующих ему соединения, которые представлены из списка. Вот наш бутен-1, это бутан, циклобутан, бутин, бутадиен-1,3, метилпропен. Данное задание можно решать несколькими способами. Первый способ самый длинный. Это нарисовать все структурные формулы, посчитать количество атомов во всех веществах и сравнить с количеством атомов в бутене 1. И, соответственно, если количество атомов равно, мы можем сделать вывод, что данные соединения являются изомерами. Но это длинный способ. Более простой способ. Обратимся к названиям веществ. Если мы посмотрим внимательно, бутен относится к классу веществ алкены. Соответственно, бутан — это алкан. Алканы и алкены являются разными классами. Они не изомерны. Бутин относится к классу алкинов. Значит, он тоже не будет изомерен к бутену. Бутадиен относится к классу диенов. Диены, в свою очередь, изомерны алкином, но ни в коем случае не алкеном. Значит, просто методом исключения у нас остается циклобутан, который относится к классу циклоалканов и изомерен алкеном, и метилпропен, который относится к классу тоже алкенов и имеет такое же количество атомов, как и бутен-1. То есть правильными ответами в этом случае являются ответы под буквами B и D. А теперь давайте перейдем с вами к домашнему заданию, которое я хотел бы, чтобы вы попробовали сделать. Возможно, оно будет чуть-чуть сложным, потому что мы не все аспекты номенклатуры охватили, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы вы попробовали его сделать. Вам нужно выбрать из предложенного перечня веществ два вещества, которые будут являться изомерами для такого вещества, как этилацетат. Друзья, сегодня мы с вами повторили, какие классы имеются органических веществ, а также некоторые вопросы номенклатуры. Я хотел бы пожелать вам удачи на едином государственном экзамене, а также успехов при поступлении в ВУЗ.